Привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу разобрать с вами важный вопрос, который действительно важный. Это вопрос приседаний. Да, банальных приседаний. Вот приседаний. Я не буду вам показывать. Вы сами знаете, что такое, когда человек стоял, а потом присел, а потом встал. То есть приседания отдельно выделяются из всей из всего физического развития человека по причине того, что приседая, вы помогаете своему сердцу. Икроножные мышцы, верхние вот эти бедерные мышцы, все, оно работает как насос. То есть вы не даете крови застояться, потому что никто не отменял давление притяжения земли, да, вы понимаете, да, что оно все тянет вниз, а вы должны разгонять эту кровь по организму. То есть, даже если вы ходите много, вы все равно должны в день 50-60 раз хотя бы присесть. Интенсивность не обязательно должна быть большая. Я приседаю с 10 килограммами. Вы можете приседать абсолютно спокойно, без ничего. Делать подходы по 10 раз, 3 раза. Сеты, да, кажется, это называется, не знаю. 10 раз присели, отдохнули. Не надо на измор, но обязательно нужно приседать. Чтобы какие бы заболевания у вас не были, вы обязательно должны приседать. Присели, поднялись, присели, поднялись. Вы помогаете своему сердцу работать, а главное, нету этих тихих заводей, где в кровеносных руслах заводятся вот эти островки трихомонадные. Чем чаще вы приседаете и кровеносная система работает, тем вы помогаете своему организму оздоравливаться. Поэтому приседайте, и будет вам счастье. На сегодня все, друзья.